В Одесском оперном театре прошел финал 31-го международного конкурса красоты. 24 девушки из Украины, включая представительницы стран ближнего и дальнего зарубежья, боролись за победу в престижном конкурсе. В конкурсе принимают участие не только одесситки, но и девушки приехали из других городов страны и приехали из других государств. Все они имеют так или иначе одесские корни и историю, связанную с нашим городом. Девушки покажут не только дефиле, они покажут еще и свои хореографические способности, танцевальные навыки. И в принципе они все достаточно целостные. Мы всегда с ними много общаемся и стараемся выбрать человека, кто достойно в будущем будет рассказывать о том, что происходит, какие события в Одессе происходят и в Украине в целом. Победительницей конкурса «Мисс Одесса 2018» стала студентка судебно-административного факультета Одесской юридической академии, обладательница титула «Мисс Академия 2017» Вероника Шувалова. Вероника встала в один ряд с другими выпускницами Одесской юрокадемии Александрой Николаенко и Олесей Стефанко, входившие в разное время в список топ самых красивых женщин мира 21 века. Девушки неоднократно занимали высокие призовые места в конкурсах так называемой «Большой четверки» – «Мисс Мира», «Мисс Вселенная», «Мисс Интернешнл» и «Мисс Земля». В 2001 году студентка юрокадемии Олеся Стефанко вошла в топ-5, став первой вице-мисс Вселенная. Другая выпускница вуза Александра Николаенко, обладательница титулов «Мисс Академия 2001», «Мисс Одесса 2001», «Мисс Украина Юг 2001», победительница национального 11-го конкурса красоты «Мисс Украина 2011». Также она является финалисткой конкурсов «Мисс Вселенная 2001», «Мисс Американская мечта 2001», «Мисс Туризм Интернешнл 2002». Александра продолжила успешную карьеру модели, вышла замуж за американского миллиардера Фила Раффина и в наши дни является постоянным членом жюри конкурса «Мисс Вселенная». Александр Вейцман, Юлия Польнова, телеканал «Репортер».